Всем привет, ребята, сегодня на посылочке из Китая от моей любимой компании Xiaomi, Redmi, я не знаю, кому будет интересно, Buds 3. Попытались скопировать, я думаю, все в курсе, я вкую в компанию, здесь и датчик приближения, и кодек APTX, в теории идет Bluetooth в 5.2, по поводу в кодека я чуть-чуть попозже скажу всем, что знаете, вот если ты попользуешься ушами с такими и с кодеками и на своем телефоне, то ты уже и в курсе, вот если включается он в конечном итоге или вот нет. Здесь указывается, что из микрофон у нас, вот видите, из процессора. Я думаю, что кто-то из подписчиков помнит, у меня, потому что были уши недавно от компании Hello, и там включалось и указывалось, что используются и кодеки, и там динамики, все полностью, и при том, что стоимость их дешевле, и самое, что главное, они не попытались никого скопировать. Так, есть. Ну, извините за долгое вступление, но хотелось, чтобы все вот было честно. По упаковке сделано в плане дизайна, вы знаете, приходите и захотели их купить. Смотрится упаковка, вот я считаю, что симпатично и красиво. Тут, естественно же, на картинке оказались у нас и ушки указано. Какие? Единственное, вот все считаю, что на китайском идет. Вот здесь чуть-чуть инглиша, но я так думаю, что знаете, кто из опытных, то все и так, ну что, в теме окажется. Кстати, вот здесь оказалась еще и голограмма, типа, ну, я даже вот не знаю. Тут в код указан комплектации. Интереснейшая инструкция на чисто в китайском. Я не думаю, что окажется кому-то интересно. Вот, ребят, здесь комплектации в питание идет. Я вам скажу, что тема все-таки есть. И уши. В чем плюс, что указано, что изначально они и шли с такими стикерами, чтобы вот не было контакта их с самим кейсом. Кейс глянцевый, компактненький и симпатичный. Вот действительно, в плане дизайна и с габаритами они вот сделали, вот я вам скажу, что просто что бомбу, но вот лучше покупать его изначально и с чехлом. Кнопочку, думаю, что все увидели. Индикатор у нас тут есть и питание. Смотрите, что у нас здесь указано в компании, я так думаю. И в только вы снимаете их, естественно же, включение из телефона идет. Чтобы вы увидели, у нас оказался здесь динамик и датчиком приближения динамики. Еще из микрофона единственный. Вот это вот честно, в черненькое, вот я вот не в курсе, для чего используется. Тут кнопочка у нас идет. Питание и из микрофона. По качеству из микрофона, но в целом вполне терпимо. Но хотя, знаете, вот китайцы вот рассказывают, что все так классно, вот честно, вот здесь не до такой степени все и классно. Из-за чего вот не включил с Q3 их? Из-за того, что здесь оказалось, что вот я не знаю, или дело в процессоре, или в чем, но звук в полное Г. Идет и по качеству, и стабильно у меня столкнулся и с наушниками, и с проблемой, что и сигнал пропадал. Включаешь из Моторолы, и все изумительно. Я не знаю, честно, или из-за использования процессора, но вот честно, вот, ребят, по качеству и звука, и все полностью, вот здесь оказалось в 1000 вот раз повкруче. Смотрите, включаем что-то из музыки сразу. Так, вы услышите там что-то у себя? Ну, компактные, удобные, знаете, вот именно в плане дизайна, я не спорю, что да, скопировали, знаете, всем известную компанию. Ну, вот я специально показываю, чтобы глянули, что к чему идет. Так, в ухе стоит. Компактно. И, кстати, вы знаете, в чем прикол? Что был вот на турниках и все в претензии вот не имеем. Датчик приближения включается и срабатывает вполне комфортно. Тут все,
ну, скажем, классно. По аккумулятору, честно, я не слушаю столько их, вот чтобы, знаете, вот сказать, что аккумуляторов тут, ну, что бомба идет. Но сейчас идем к тому, чтобы хотелось бы мне сказать, чтобы вы услышали. Вот за компанию, чтобы вы увидели, вот как вот, если вы оставляете их. Чтобы глянули, что к чему идет. Так, в ухе стоит. Компактно. И, кстати, вы знаете, что Комфортно, такого, чтобы ну, был что вот. все удобно. Теперь вот что мы вот делаем в такой ситуации. Скрываем их и жмем кнопочку. К чему я сейчас вы все увидите? Что включается индикатор, это для чего? Чтобы в поиск их включаем здесь Bluetooth. В поиск и ищем. Ищем. Ну и где вы? А вы у меня, кстати, включены были. И смотрите, указано, что включены, да? И включаем в пункт, и где же указан в кодек. То, что в компании указала. Я не знаю, у меня, вот честно, первое впечатление, что все-таки где-то от нас всех кинули. Ты включаешь, ну, играется звук, все вполне окей. Претензий, вот, ну что, не имею. Единственное, вот к левому уху у меня стабильно то включался звук, то отключался. Или дело в процессоре, или в чем, вот я так и не понял. Из Моторолы все изумительно. Вот с Q3 Pro столкнулся и с такой и с проблемой. И при том, что включенный был датчик приближения. Вот просто вот для information. Вот, ребят, я не хочу ничего плохого искать. Но, знаете, и все скажут, ой, ты с кодеками типа придумал и все полностью. И теперь вот просто для спортивного интереса у нас что есть? Опа, да? Вскрываем их. Что включились автоматически или нет? Вот видите, включились, да? И смотрите, вот, ребят, показываю вам штуку одну, вот просто для спортивного интереса, чтобы вот не рассказывали, что вот я делаю кому-то рекламу. В чем прикол? У них, у компании указывается, вот если используется в какие-то из кодеков, указывается изначально, вот тут они вот есть. В таком случае, что здесь, ну, какой из выводов, что тут и 100% вот нет, и компания где-то вот лукавит, или в перспективе окажется еще прошивка и что-то изменится. Вот просто вот, ну что, в действительности, вот, ну что, думаю, что все увидели, вот как оно. Я же специально из ранку, ну вот я и с собакой, что бегаю и гуляю, вот что вы увидели, что вот я вот не вру, специально Q3 Pro. И вот честно, вот, ребят, я не знаю, но из-за чего именно из MTK столкнулся и с проблемой. У кого окажется такая же самая картина, пишите в комментариях. Из Моторолы все изумительнейшее было, в качество звука в 1000 вот раз покруче. В чем проблема, вот, не знаю. Вот, ребят, знаете, не хотелось бы сказать, что это, ну что, говно. Ну, учитывая, за исключением, что в крышечка телемпается по полной, не знаю, вы услышите или нет, недолго ее хватит. Но в любом случае, все-таки вот здесь вот есть проблемы, и за ту стоимость, что они стоят, я бы вот не советовал бы вам их покупать. Извините, что было все, ну честно, пока.